И Путин, и Обама – это не частные люди, а государственные деятели, за которыми стоят целые страны и даже целая планета. Мы прожили более сложный период Россия-Америка. Это кубинский кризис, когда наши ракеты стояли около Штатов. Тем не менее, Кеннеди не развязал войну. Мы прощаем американцам и Югославию, и Сирию. Они делают очень много того, что, может быть, нам не нравится. Поэтому это все устаканится. Возможно, они сейчас специально делают претендент для того, чтобы потом что-то попросить у России взамен. Я думаю, все будет нормально.